Всем привет! Меня зовут Саша Волк, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я решила тронуть такую тему, как Почта России и Алиэкспресс. Время не вечно. Я заказала с Алиэкспресс кольцо, которое вот так вот крутится на пальчике. Это очень классное кольцо, потому что когда я была в лагере, я увидела у одного мальчика это кольцо, и я решила тоже заказать. Там было очень много всяких комментариев, много было заказов, и все писали то, что им проходило это кольцо. Но я это тень, уху, да, черт возьми! Вот, я заказала со спокойной душой и стала ждать. 2 недели проходят, 3 недели, месяц, 2. Я пишу в поддержку, говорю, что мое кольцо не пришло. Начинаю открывать спор. Это кольцо стоило 150 рублей, и как бы это достаточно дешево. Мне отвечают в поддержке где-то через 2 дня и говорят, мы вам продлеваем срок, только дождитесь. Хорошо, я жду 2 месяц, уже 3, кольца нет. В итоге я пишу еще раз, говорю, вы должны меня со мной связаться, но такого не произошло. Какого черта? Мне отвечают, что... Ваше кольцо еще идет. Проходит еще месяц, я открываю спор на то, что мне вернули мою сумму денег, но вообще не отвечает, что мы придаваем вам еще один срок. Проходит еще неделя, срок заканчивается, денег нет, до свидания. Сказали мне так. В общем-то, я думала, что мое кольцо мне все-таки придет, потому что есть люди, которые ждут по 3 года посылки, и они приходят. Есть, которые ждут за неделю, и они приходят. Но я ждала, и прошло уже 1,5 года, и хотя это кольцо было не так желанно мною, просто оно очень классное, но я потеряла и сумму денег, хотя для 21 века это почти ничего, но все-таки я хотела, чтобы это кольцо было у меня. Доверяй, но проверяй. В конце июля я заказала себе в школу обувь, это были белые туфли. И сейчас я их ношу, все отлично, все классно, очень классные туфли, мне нравятся. Но я заказывала 2 пары, одну маме, другую себе. Причем это было 2 пары одинакового размера, потому что у нас с ней одинаковый размер. Но, к сожалению, 1 пара туфель не пришла. Я заказала туфли, оплатила все. И буквально через неделю я уехала к сестре в Казань. Я приехала домой, и мама мне говорит, Саш, 1 пара есть, другой нету. Я говорю, я схожу на почту. Подозрения были на почту, что меня там обокрали, что их забрали. Потому что во всех просто сайтах, где проверяется посылка, мне писали, что ваша посылка пришла. Я сходила на почту, мне сказали, что посылки такой нету, вы можете ее не искать. Я прихожу домой, начинаю писать спор, открывать, говорю, ну блин, чувак, понимаешь, нет той пары туфель. Мне пишут, возможно, этот товар потеряли. Потом я сказала, что мне вернули деньги, всю сумму этих туфель, не общую, а половину суммы, как стоит 1 пара. Я очень рада, что мне попался очень классный продавец, и мне он вернул деньги буквально через 3-4 дня после того, как я открыла спор. Это очень классно, я люблю таких продавцов, которые возвращают деньги, которые очень доброжелательные. Мне написали, извините, то, что такой казус произошел. Но я очень рада, что есть на Алиэкспресс такие добрые люди. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. Также вы можете написать в комментарии свои истории с Алиэкспресс, почтой. Возможно, у вас были какие-то казусные истории. Ну, а я всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока!